bouncing and hopping, nigga, you can't stop. Bounce. Здорово, здорово, мужики, с вами канал Пресс ТВ, мы вернулись. Оператор, рад тебя видеть, вас тоже рад видеть, родители, зрители. Значит, на ютубе есть такая штука насчет того, что сейчас все делают желе из колы в бутылке, а мы сделаем это, как всегда, презервативы. Так, значит, нам понадобятся емкости для того, чтобы делать всю эту бодягу. У меня больше нет. Так, нам надо, значит, газ включить. Мам, как газ включается? Стор, отодвинем. Пожарный беспонс, прежде всего. Фанту начни. Так, прям так стоим. Значит, открываем нашу фанту. Как, я покажу сейчас систему, как это все делается. Открывается фанта. Ну, можно не фанта, можно любой другой напиток. Наливается сюда фанта, полбутылочки нальем, потому что мы пить тоже хотим. Хорош. На полбутылки делается 30 грамм. Запомните, если будете делать это дома. И когда будете делать это дома, спросите прежде всего родителей, потому что это очень опасно. Двадцать минут она будет набухать. Сейчас мы поставим другие жидкости, лимонады, набухать. Такой пикантный вкус, да? Мы подготовили все емкости, все сделали, сейчас она будет набухать минут 15-20. Вот, потом будем подогревать. Сейчас бухло и уже готово к подогреву. Пока это все уберем. Понюхайте. Вкусно? Давай начнем с только самого... Кола. На маленький огонь. Постоянно помешивать. О, сделаешь, короче, на видео там этот, типа зависло все, знаешь, такое ожидание, такое лоудинг. Значит, со мной вот друг, здорово. Он мне будет сегодня помогать с этой фигней. Вот уже все готово, то есть, ну. Размешалась, короче, эта штука, желатин. Смотри, ну, надо, конечно, с родителями все это делать, всю эту тему продвигать. Ты меня снимай, он что, он неинтересен. Его все равно не слышно, он без петлички. Все слышно. А, да? Ну ладно. Чуть-чуть слышно? Оператор того молчать должен, молчать должен, молчать должен, молчать должен. При нас есть презервативы, значит, без рекламы все делаем. Презервативы Erotica Deluxe. Они еще продаются. Ну, короче, ими не пользуйтесь, если вы по предназначению будете их использовать. Че, там мало еще, да? Да, еще. Все. Вот достаточно. Ну, плюхает. Тихо, оператор. Все аккуратненько завязываем. Говори хоть для чего. А он для того, чтобы охладилось. Ты так все резко спрашиваешь, знаешь, аж страшно, ё-моё. Ну вот, ребят, мы все погрузили в презервативы, все жидкости. Вот придумали нехитрую систему, чтобы повесить в холодильник. Это скрепочка золотая. Вот, тогда крючочек и повесим. Красный. Что показать? Сейчас красный покажу. Вот красный, самый красивый. Вот сколы показываю, ребят. Баклажан такой. Отправляем это все в холодильник. Пока-пока. Вот так. Чичхела. По Пресс ТВ. Шницки.
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Пошлите. Короче, 3 часа прошло, для вас прошло буквально 3 секунды. Пойдем посмотрим на результат. Вот, как бы все прочно, хоть боксируй. Быстрее иди, сейчас пойдешь. Кладем аккуратно, чтобы ничего не порвалось. Вот она наша ассорти, ребят. Мужики, готово. Барбариски, фанта. Тут где-то еще этот. Голубая фанта. Раскрываем наши презервативы. Процесс очень долгий. Ну что, мужики, кушать готово. Это может послужить хорошим украшением для вашего торта семейного. Как бы вот трясется все, да? Ну, то есть из желе, короче. Можно даже один попробую разрезать, то есть. Нифига себе, не крепкий. Я это скушать хочу. Так ты это не, ну, как бы не укладывай, да? Дорогие друзья, мы видим уникальный случай, он покрылся снегом. Скриньте экран, скидывайте, делайте гифки и все остальное. Вот мы, ребята, одели на наши такие маленькие презервативы, которые из желе, готовые, вернее, отлитые, формы. Мы надели на них стикеры, типа это, ну, спрайт, фанта, фанта. Сейчас будем пробовать. Давайте, ребята. Я хочу красную попробовать. Да, я себе на отдельную тарелочку. Моя тарелочка. Это фанта. Нафига ты со стикерами берешь? Стикеры это магия. Слушай, его и мыть можно. Его и мыть можно. И это вкусно. Мы, кстати, помыли презервативы от смазки, так что нормально все. Я не ожидал, что может быть так вкусно. Это, ребят, это реально вкусно. Я в это буду смотреть. Да и в это, и в это. Это реально вкусно очень. Это реально вкусно. Делайте их дома. То есть, блин, реально, блин. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, то мы сделаем огромный футбольный мячик в желе. То есть тоже с помощью презервативов. Нос сломал. В общем, ребята, с вами был канал Пресс ТВ. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, мы сделаем огромный футбольный мяч. Шар, желе. Ну, конечно, с презервативом по-другому не можем. В общем, с пола не ешьте. И всем пока. Гомункул за 28 дней.